Полгода сбежавшие за пределы страны были в раздумьях. И вот спустя 6 месяцев, 11 июля, данные изменения в законе вступили в силу. Теперь обратный отсчет пошел. Так называемые лица, которые в Беларуси начудили, уехали и продолжили вести подрывную деятельность в отношении нашей страны, будут ждать того дня, когда они утратят гражданство. Все по закону. Они же сами пошли на то, чтобы от него отказаться. Предали родину. Приговоры так называемым лидерам протеста вынесены заочно, а данные лица нести наказание не желают. Тогда все. Песенка спета, колонки молчат. Сделали больно и покинули чат. Напрашивается вопрос, так как же можно искупить вину и остаться гражданином Республики Беларусь? Здесь по-прежнему есть несколько вариантов решения вопроса. Те лица, в отношении которых был вынесен обвинительный приговор, должны вернуться в страну и понести наказание. Существует специальная комиссия по возвращению домой. Туда можно обратиться по-прежнему. Сайт найти несложно. Кстати, о втором пункте. Несмотря на то, что многие пытались раскачать обстановку, Беларусь делает шаги навстречу и предлагает второй шанс. Так воспользуйтесь.